Средние века по праву носят титул самого загадочного времени. Это эпоха рыцарских турниров, войн за корону, роскошных балов и дворцовых интриг. Вы можете стать королем, полководцем или завоевателем, построить самый красивый дворец или собрать самую сильную армию. Именно для этого я собрал топ-10 лучших стратегий про средневековье, которые займут у вас не один десяток часов. Kingdoms and Castles. Находящийся в разработке симулятор строительства, который уже на данный момент может порадовать своей многофункциональностью и качественным исполнением, как в плане графики, так и в плане игрового процесса. В самом начале ты станешь обладателем небольшого участка земли, на котором и начнешь развивать свою деятельность. Небольшое количество имеющихся у тебя в наличии ресурсов позволит построить лишь небольшую хижину. Затем, развиваясь, ты сможешь достигнуть большего. Но для этого необходимо преодолеть ряд препятствий. Приложив немного усилий, ты сможешь пробраться до самой вершины карьеры лестницы и стать настоящим земельным магнатом. В центре будущего города сначала размести самое важное – это парламент. Затем, отталкиваясь от него, создавай жилье для людей. Не забывай хорошо защищать каждую постройку, ведь у тебя будут враги, которые точно не захотят твоего дальнейшего расширения и сделают все возможное, чтобы это предотвратить. Розенхайм – игра, разработанная в жанре градостроительного симулятора с элементами выживания, где нам предстоит сражаться и справляться с различными жизненными ситуациями. Исполни роль отважного и бесстрашного викинга, который возглавил свой могущественный клан и отправился покорять многочисленные земли. На пути тебя ожидает немало преград и опасностей, а также бои с оппонентами, где потребуется особая сила и навыки тактического планирования. Старайся всегда развивать свои навыки и боевые характеристики, что позволит в будущем уничтожить еще более коварного противника. Исследуй окружение, добывай ценные ресурсы и полезные предметы. Займись строительством и сделай все, чтобы добиться уважения участников сообщества. Первоначальная задача заключается в создании поселения и дальнейшем его развитии. Налаживай всевозможные аспекты деятельности и создавай необходимые условия для жизни. Удели внимание армии, которая также должна быть оснащена мощным оружием и атрибутами защиты. Пройди все преграды и стань лучшим предводителем, заслужив уважение свыше. The Castle – проект, разработанный в жанре стратегического симулятора, где тебе предстоит защищать свои владения от постоянных нападений сторонников вражеской силы. События погружают нас в сказочную атмосферу и отправляют на просторы непредсказуемого и очень интересного мира. Для начала возьмись за исполнение роли главного героя, перед которым открывается большая местность, где в будущем и расположится его королевство. Продумай план строительства замка, оснащая его всем необходимым для комфортной жизни. Позаботься о благоустройстве территории и не забывай сооружать комфортные и безопасные дома для горожан. Главное, что должно присутствовать, это защитные башни и могущественная армия, ведь враг не дремлет и будет постоянно совершать налеты с целью убийства и грабежа. Возьми под свой контроль ресурсы, которыми необходимо научиться правильно распоряжаться, чтобы обеспечить жителям королевства комфортную жизнь. Также стоит позаботиться о тренировке армии, сила которой должна постоянно возрастать, чтобы суметь противостоять еще более сильным соперникам, создавая самое масштабное и могущественное королевство мечты. Siege Survival Gloria Victis. Игра, разработанная в жанре выживания, где нам предстоит научиться правильно управлять ресурсами и исследовать опасные локации. События отправляют нас на просторы мира средневековья, где мы исполним роль отважного жителя небольшого поселения, на плечи которого возлагается ответственность за защиту и спасение родного города. Сюжет поведает о военных действиях и полнейшем хаосе, происходящих на просторах родины главного героя. Под твой контроль попадает группа горожан, которая попала в осаду и теперь им предстоит выживать, защищаясь от вторжений и стараясь не допустить оппонента на свои земли. Исследуя окружающие локации, добывай ценные предметы, делай необходимые запасы и создавай припасы. Ночью исследование, вечером управление собранными ресурсами, ну и так далее. Будь внимательным, подключай смекалку и быстродействие, старайся не оказаться на глазах у врага, который может в два счета тебя уничтожить. Ты будешь принимать участие в сражениях, но именно от тебя будет зависеть сила и слаженность оставшейся армии, а значит и целостность всего города. Age of Darkness Final Stand – стратегический игровой проект, который переносит нас в мир средневековья и даст на выполнение сложную, но в то же время интересную задачу. Сюжетная линия расскажет о практически полном уничтожении человечества, а те немногие, которым удалось сохранить жизнь, расположились в отдельном королевском регионе. Наша главная миссия заключается в защите оставшихся людей, обеспечив им полную безопасность и надежду на светлое будущее. Исполни роль отважного и бесстрашного героя, а затем становись на путь сопротивления, чтобы суметь добиться успеха. Отправляйся на исследование окружающих локаций, добывай ценные ресурсы, займись строительством, а также не забывай об обеспечении своей армии необходимым оружием и атрибутами защиты. Чтобы повысить эффективность королевства, необходимо всячески развивать и укреплять город. Не забывай, что с каждым днем враг становится сильнее. Именно поэтому нужно особое внимание уделить развитию навыков.
Settlement Survival – увлекательная игра, разработанная в жанре градостроительной стратегии, где нам предстоит выживать и преодолеть немалое количество испытаний. Возьмись за исполнение роли главного героя, который возглавит группу выживших, и вместе с ним отправься на поиски нового дома. Займись исследованием окружающих территорий, начни добычу ценных ресурсов, а затем принимайся за строительство поселения, которое в будущем превратится в безопасный, процветающий и многофункциональный город. Отправляйся на охоту, высаживай урожай, заполняй арсенал необходимым оружием и атрибутами защиты, а также не забывай постоянно развивать свои навыки, чтобы суметь справиться с более сложными испытаниями. На твоих плечах лежат судьбы множества людей, поэтому к своему делу нужно подойти с особой сноровкой. Что касается графического исполнения, то оно продумано на отлично и создает атмосферу, в которой каждый игрок сумеет погрузиться с головой. Goen Medieval – стратегический проект, разработанный в жанре симулятора, где игроку предстоит взяться за управление всеми аспектами деятельности величественного замка. Задача не из легких, а именно поэтому тебе потребуется подключить логику, смекалку и быстродействие. Стань лучшим правителем и сделай все, чтобы твой замок был знаменит на весь мир. Развивай стратегические навыки, так как именно они являются основополагающими будущего успеха. Территория открывается довольно большая и практически невозможно за всем уследить, поэтому тебе нужно нанимать помощников. Следи, чтобы вокруг не было противников, который сумеет устроить против твоего правителя заговоры и даже привести к упадку. Графика в игре хорошо продумана и реализована, ведь в ней уделено внимание каждой детали, которая пригодится на пути к достижению поставленной цели. Динамика игрокового процесса на высоте, а это значит, что скучать точно не придется. Изучи окружение, расширяй территорию, учитывая пожелания жителей и настраивай выгодные связи, что приведет к положительному результату. Age of Empires 4 – стратегическая игра, действия которой происходит в режиме реального времени. Четвертая часть серии порадует массой обновлений и нововведений, а также позволит нам стать полноценной частью событий за счет реалистичной атмосферы. Возьмись за исполнение роли главного героя и смело отправляйся защищать свое государство от коварных оппонентов. Помимо сражений с противниками, ты будешь исследовать многочисленные локации, добывая ценные ресурсы, заполняя арсенал мощным оружием, а также стараться развивать свое государство, постепенно ведя его к процветанию. Бери под контроль могущество армию и становись на пути сопротивления, чтобы ни один, даже самый коварный враг, не сумел воплотить свои планы в жизнь. Подключи отвагу, хитрость и навык стратегического планирования, ведь во многих моментах соперника можно победить не только силой, но и смекалкой. Что касается графики, то она была улучшена и стала еще более атмосферной. Kingdom Reborn – увлекательный градостроительный симулятор, который включает в себя массу возможностей для игрока, а также открытый для покорения мир. Особенностью игрового процесса стоит сразу отметить наличие мультиплеера, который позволит отлично провести время в компании друзей и с игроками со всего мира. Тебе нужно взять на себя исполнение роли главного героя, предводителя народа, который постарается основать и тщательно развивать собственное поселение на просторах безжизненной пустыни. Задача не из легких, ведь на твои плечи ложится ответственность за каждый аспект деятельности. Отправляйся на исследование окружения, добывай ценные ресурсы и полезные предметы, которыми в будущем нужно научиться правильно распоряжаться, дабы не понести никаких потерь. По мере прохождения твое творение будет постоянно развиваться, открывать новые технологии и находить способы взаимосвязи с другими, более могущественными государствами. Преград на пути более чем достаточно, а также не обойдется без предательств и заговоров. Поэтому будь всегда начеку. Врагов также немало, и каждый из них готов пойти на все, чтобы тебя уничтожить. Чего ты не должен допустить, возводя самое могущественное и непобедимое государство в мире. Valtaris – динамичное и увлекательное приключение, разработанное в жанре ролевой игры с пошаговыми стратегиями и атмосферой средневековья. Мы исполним роль отважного героя, который вместе со своей армией мощных бойцов отправляется в путешествие, сражаясь с врагами и одерживая победу за победой. События расскажут нам о внезапно возникшей чуме, которая поразила всех вокруг, оставив от огромной и процветающей империи лишь развалины. Правительство пало, а поэтому на территории больше не действуют никакие законы и порядки, вследствие чего оставшиеся в живых были вынуждены искать способы справляться с новыми условиями, что породило бандитизм, грабежи и налеты. Ты обычный наемник, который постарается выбить себе хорошее место в новом мире. Для этого ему предстоит приложить немало усилий. Исследуй окружение, изучай многочисленные локации, добывай ценные ресурсы и заполняй арсенал мощным оружием и атрибутами защиты, чтобы суметь преодолеть любое препятствие. Сразись с врагом, найди способ добычи денег и обеспечь себе мировую славу. Вот я и перечислил самые интересные стратегии про средневековье на ПК. Если вам есть чем дополнить список, пишите комментарии. Рад буду узнать ваше мнение. Спасибо за просмотр и приятного вам времяпрепровождения.